Почему я выбрала Millennium? Наверное, вот сразу сходу скажу 5 основных факторов. Первый. Нормальная, натуральная еда. Ребенок очень доволен кухней. Второе. Очень много занятий в плане физкультуры. Там и карате, и стретчинги, и растяжки, и утренние физкультуры. Вот так, как положено вообще ребенку, как развиваться, все это здесь в садике есть. Третий момент. Здесь, наверное, самый основной момент – это педагог. У нас очень профессиональный, педагогичный воспитатель. И вот по истечении того времени, которое мы уже ходим в садик, видна разница от того, что прививает воспитатель ребенку в садике. И это уже видно на лицо. И просто, не знаю, Татьяне Борисовне мы доверяем своего ребенка просто полностью и на 100%. Четвертый момент – это… Что бы я отметила? Здесь я сказала бы, что в Миллениуме соотношение цены и качества идет в пользу качества. То есть я плачу 20 тысяч, а услуг и профессионализма я получаю намного на более большую сумму, нежели 20 тысяч. И это как бы однозначно. И пятый момент – расположение. Находится не в центре города, подальше от города, свежий воздух. И еще один такой момент – который экономит время, не только мое, но и ребенка, это то, что лично для меня существует еще один очень большой плюс. У меня бабушки и дедушки у ребенка живут очень далеко.